В Запорожье начался очередной 15-й цикл отправки кандидатов на воинскую службу по контракту. За 3 дня планируют послать на учебу почти 130 будущих военных. Сегодня в 6 учебных центров отправляют почти 70 человек. Еще 70 поедут сразу в воинские части. Все кандидаты прошли медкомиссию и психологический отбор и признаны годными к воинской службе. Часть из них уже служила срочную, имеет воинскую специальность, а некоторые прошли АТО. Но есть и те, кто об армии не знает совсем ничего. В зависимости от опыта и воинской специальности, обучение кандидатов займет от недели до 2 месяцев. Решил, потому что безвыходная ситуация, то есть меня бы забрали на срочную службу. Это все было по моему желанию, все, то есть по обоюдному. Я сварщик, но больше занимаюсь техникой, то есть ремонтом компьютеров, всего остального. Мотивационный чинник, связанный с большим грошового обеспечения в січні 2016 года. Он дает позитивные результаты. То есть сейчас профессия військовим, вона конкурентоспроможна рынку праці, пользуется авторитетом. И то есть під час проведения циклів навчання, циклів відправки, они відбуваються 2 рази на месяц, мы, в принципе, выполняем все плановые показники, что визначені для Запорізької області. План набора на контрактную службу для Запорожской области на 3-й квартал – 760 человек. Из них уже служат 523. В ходе 16-го цикла в конце сентября планируют отправить еще примерно 100 кандидатов.